направлен против семьи. Это западные нормы, которые предписывают воспитание детей в форме, которая позволяет перенести ответственность в большей степени семьи на государство. С другой стороны, повышаются права ребенка над правами родителей. По сути, родитель становится бесправным в воспитании собственного ребенка. Ребенок может подать в суд на собственных родителей, если они ему не нравится, как его воспитывают. Получается, что сам воспитательный процесс ломается. Ломается сам подход к тому, как традиционно воспитывали семьи в нашей стране. Это вопиющим образом ломает саму суть того, как воспитываются дети, и не направлено на то, чтобы бороться с неблагополучными семьями, как предполагает исходный набор тезисов, защищающих эти законы. Мы считаем, что эти законы не должны быть приняты в нашей стране и, как минимум, вынесены на широкое общественное рассмотрение. Против этого мы собираемся сегодня в комиссии.